Час остается. Что забирай. Надо поторопиться. Ты поторопись! Начальник, ты что? Макарошка. Нет, дурак. Панели, размеры. Блять, очень здоровый. Шахматы, телевизор. Сиди в коробочке, клей. Ну, давай, будь здоров. Увидимся на обеде. Я так понял, он все эти песни знает, да? Вот про БМО, блядь, про котлетки, блядь, вот это вот тоже. Прикольный видос, ну, блядь, хули. А ты видел видос там, где дагестанцам пацанам привет передают? Не. Не? Бедно. Тоже от этого, типа. Был еще этот Дед Бом-Бом, нахуй. Там тоже какая-то миксовка была, но я что-то найти не могу ее, блядь. А, это который, это долбильник нормальный, я бом. Вот это, да? Вот это, дед. Сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. И там музычка такая играет, блядь, пиздец. Не, значит, не там. Или ты про деда, который ты, ну ты индеец. Вот это, ну дед? Он, ну. Mm. Там миксовочка прям такая, блядь, знатная. Нет, это я не видел. Так. Давай, ебаный шашлык. О, у нас новый вар появился, нихуя себе. Это какой? Арбас. Это уже был давно, блядь. Все же старый. Понял. Просто редко играет. Да. Я просто знаю тех, кто часто играет, поэтому я-то всех их знаю. Но... Раньше я его не видел, поэтому думал новый. Чё, кто этого будет киллисета держать? Я, наверное. Ты. Я? Я. Ну а чё? Ну ты можешь тоже заканчивать. Ой, ебать, нахэпали сейчас, как поди... Как удержу его, блядь? Лагра, вруби эту обилку правильно и неистовство. Ну, хиль себе. Лучше мишки, конечно, двоих держать. Ну так да, пусть мишка держит. Если что, он меня шотнет. Нахуй. Конечно, лучше возьмёт трёпку по двум целям. За счет символа. Ясно, нахуй. Она вы почему не можете, ну... Или как вы так, танки, или нахуй агрите? Ну контроль это моба специально, чтобы не откидывало. Его не агрит никто, это что-то его ударила ауешка какая-то. А да, нахуй вы эту хуйню, эту ауешку свою ебаную включаете, блядь? Ну кто? Включал? Вот сейчас нельзя, что ли, от той кучи отойти подальше, блядь? Или вы хотите две кучи сагрить, блядь? Чё такой бешеный, они уже нет. Чё, блядь? Просто Войт уже в одной СЛКшке был сегодня. Я там охуел на синдре вайп, пацана. Так а сколько вайпов было? Ты с пугами ходил или чё? Я не с пугами, блядь. А чё, не понял нахуй. Ну оттяните мобов, блядь, ну контроль. Вот сова. Да потому что, блядь, бичи нахуй. Тут три совы. Чё, нельзя ты тянуть виноват, бобов, блять? Нахуй вы на них идете, блять? Специально же дают контроль. Я сова виноват. Чтоб чья сова виновата? У кого перья грязные, тот и виноват. Ой, перья в голове. Я не буду туда заглядывать, это вот контристи специалист. Чё, охуел, что ли? На старости лет, посмотри на клей. Это было хорошо. На поезде, сука, 4 часа. Я понял, блядь. Учти, блядь. Учел. А вы чего сидит урожай? Один урожай тому под дверь насрать, другой урожай приехал. Пиздец вообще нахуй. Собрал гильдию. Собрал гильдию киллеров, нахуй. Как этот ебаный Джон Уик, нахуй. Прикинь, Джон Уик играет. Окружили тебя на карте, да. Реально, один под дверь насрать хочет, другой, блядь, приедет, учти. Собаку убьет, блядь, третий жену выебет. Пиздец, че за хуйня? Бля, что бы интересно было, если бы Джон Вику под дверь насрали? Мне кажется, еще хуже было бы, ебать. Там бы, блядь, уже бы, наверное, шестая часть выходила. Мне кажется, в четвертой как раз ему насрут.
А сколько это? Сколько там? Три или четвертого года? Будет четвертая. Там вот, блядь, четвертая выйдет. Мы знаем, кто, блядь, сценарист в таком случае. И кто? А. ВП Хан, сценарист, тебе. Ну, сценарист-постановщик, блядь. Витя-сценарист, блядь. Витяка. Нам с Витей с тобой недалеко. Давай, да. Надо Витя. Он там этот будет, дублер, короче, Киану Ривза. Вместо него под дверь срать будет. Так. Не сорвите только мобов, нахуй. Что вы там притормозите, с мишки сорвете, хуёво будет. А можно? А можно двоих хотят бить. Хотя походу стоит нормально. Заебись, на лестнице стоит, заебись. Бичи. Давайте въебываем. Побыстрее. Ну, давай, будь здоров. Увидимся на съемках Джон Уика. Шатастика, ты можешь чуть-чуть ниже на лестницу спустить у двух боссов, чтобы я доставал частичку вот и пала? Да, 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 вот. А где Келесит? Ты отведи сферы от него. Ага. Вот так прекрасно вообще. Блин. Опа, сейчас шотнет его, блядь. А где аура тьмы? О, ешки. Что там, блядь, за вторая аура стоит? Аура стоит. Только я поставил. Огня поставьте сейчас. Во. Паладины, не паладины, блядь, какие-то. Если сферы спадут, да сразу пружинку. Полтинника, полтинника, да, блядь, сейчас сдохнешь. Да, я дал. Меня откинуло килю, килю. Все, пошли добивать. Что-то мало урона, блядь. Давайте бить, блядь, что за хуйня. Давайте больше. А, угу. Давайте, блядь, сферу. Да нахуй тебе сферы уже, блядь, он умрет до келя. Отойдите, сфера, отойдите. Отойди, отведи босса. Ебаный урон. Видишь же, воронка крутится. Слаг нахуй на Гере, все. Минус рейд. Сотка ГП. Ну, добиваем. Кто там опять, блядь, колупается? Дожимаем. Хорош. ГЦ. Упо. Хуета. Как из Геры, как из Колы, сыпется прям много как-то. Не, немного, это четвертый. Вот нормально. Если еще кроме этого 2-3. Ну, в принципе, сука, за 8 боссов 4 осколка, это нормально. Я помню, в обычке, нахуй, 8 упал. 8 в обычке. У меня максимум 6 было. Я понял, нахуй. Че, тебе с Герри не выпадал? У меня из 4 обычек 2 семерки, 8 и вот в одной 2 всего упало. Мне максимум сколько падало вот за 8 боссов, это 5 осколков, не за 8 боссов падало. Так вот утера. Резните бичей. Бичей резать. Ну ладно. Они там уже порезали их. А хилы где у нас вообще? Черт. Курить хилы. Ушли. Здесь хилы, я не понял нах. Никто не хилит, я чуть не сдох, прожаться пришлось. Ну мы бичей резали. Я
Я не понял, там частичку на ОТ-шника кидать или на ОТ, по-моему, да, накидать? Да похуй. На обоих. Ебать. Понял. Сможешь на обоих кинуть? Да, как нехуй вообще. Просто перекидывай каждую секунду, окей? Да, да, да. Раз хильнул, перекинул, раз хильнул, перекинул. Почему можно кидать 2 или 3 частицы? С какого точнее почему? Ну ебаный, блять, петух. Без понятия вообще. С панды или с бфашки? Мне нравится скилл, где прист как притяжкой притягивает, только такой это, к себе игрока, типа. Ну, прикольно. Мне у Ктори нравится, у Хупалов такая волна исцеления. АОЕшная притяжка у ДК вообще прикольно, по-моему, выглядит, когда ты, блядь, 20 тел на себя сразу притягиваешь. Да кашник еще же у Ктори БР есть, как у друида. Ну там у всех БР есть просто, там, типа, эти, там кулдауны на них на рейд идут. У тебя там хоть 10 БРов будет, у тебя типа там на старте файта 2 БРа, и на них когда висят, они откатываются типа 10 минут. Так, уважаемые ретри и протопаладины, попрошу, не пиздите, пожалуйста, желтую джагу. Заранее спасибо. Спасибо, что напомнил. Напомнил, чтобы спиздить или что? Где-то на тоже. Его сумонить надо, он гемить таптель, видимо, полетел. И он бежит, уже почти добежал. Сейчас будет из-за угла поворачивать. Он ответил. В пизде, говорит. На пару минут летал. На пару минут в пизду летал? Угу. Нормально ему. Подожди, бидон бежит, не пуль. Все. Защита от страха. 4, 3, 2. Я понял, блин. Или за припочки, как говорится. Плюс такая штука. Рома гад. Сука, мудак, нахуй. Орхель, чё ты стоишь там? Ты что, лагает, блять? Блять. Угу. Ты чё, побил с укусом? Побил. 45-6к, нормально. На звёздке сакрубабл жать? Да, конечно.
Выноси тени, выноси. Отведи чуть босса. Кто в квадрате? Геро. Антифир обновить. Добьем. Да, она раньше будет. Критхаст. Вообще тут есть только два. Один, а, два. А мы вдвоем летать с Ромой будем или кто-то один из нас? Вдвоем. Лучше. Можно даже втроем. Если кто-то в танк спикнется. Там же вместе летать надо, да? Угу. Я просто всегда один летал там. Я потом времени очень помню. Будет кто-то спекаться в танк, не? Я могу. А что надо? Да не особо. Ну, типа, если третий хрупан полетает, не знаю, будет это быстрее или нет. Вы чё, хлопцы? Плати, давай заканчивай. Нахуя? Нахуя потеть? Это можно развернуть просто мапа. Нахуя, давай дамажь. Дамажить? Да, мне похуй. Ты пьяный? Нет. По-моему, да. Еще нет, говорит. А как вот эта хуйня от Т-4 работает у паладина, вот это паляющий свет? Это типа лужа какая-то, или это просто станковое, что-то такое? Носи лужа. У каких именно паладина? Там есть АУЕ скилла, есть типа, ну, печать инквизитора. Да, я понял. Вот я и спрошу, как у вас как работает? Это лужа или не лужа, что это такое? Может, просто типа как буря. Быстро покончить.
Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирии. Я клянусь, верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Не идите туда. Ломаунт, стой. Стой. Иначе босс запустится. А через что нам хилить? У Пасифей крабик есть? Лок есть. Ну он. Через лука, так через лока. Чужаки ворвались во внутренние ворота. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Подавление кончится. Иди налево, я направо. Да, да. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Respond. Печка слева вышла, мужики. Спасибо, мужик. Пожалуйста, мужик. Ну вон файнал босс есть на замене. Сиджи туда во вторую пойдет. Но Сиджи только сейчас пришел. Там много кто только сейчас пришел. Вначале никого не было. Поэтому он получит за только сейчас не будет. Не, ну это понятно. А тут есть файнал босс, а еще есть какой-то варчик. Хруст пчелы еще есть. Respond. Oh.
найдете спасение, герои. Я излечилась, Изера. Мне силу покончить с этими единицами. Good job. О, шея пиздатая выпала. Ну да, ждал ее нахуй с Геры, не упала она. Может, на этом когда упадет. А, подожди, что, мы квест сделаем или похуй на него? Квест берите, куда вы побежали, блядь. Будете потом, блядь. Ой, я квест не взял, блядь. Давай на Гере сделаем, да, типа? Можно так-то. Можно и на Гере сделать. Хардкорней. А сколько там процентов надо, чтобы... Чё, кто-то есть замена, мы пока у куста стоим. А, там что-то 20% бегать. Юзать. Короче, не 20%, а на второй фазе с освобожденкой будешь стоять, если настакаешь. Ага. Ну или упадет, но то можно, в принципе, заюзать. Там не обязательно как бы каждому юзать. Один заюзал, но и всем засчитал потом. Сущность Посмотришь, забрать как... главное. Это обычка, тут не нужен ДПС. Поняли? Все стоп ДПС. Не дамажим. В берсу упираемся. Где... Это, призна поставщиков? А, беда, он все уже запустил, походу. Да ладно, бегите туда. Все Джуди квест возьми на Синдру. А мы еще попробуем поделиться. Не факт, что нельзя. Это работает. Чё, рарник, в Т5 лучше? А сколько он дал на сурке в Т5? Там что-то 22, что ли. Это слабо. Это вдруг... Раньше 19 давал. Да, я смотрел, там палы перед Т5, 29к, 26 точно. Ну, что там? Я думаю, если реворк Т4 будет, то он будет лучше. Ретрики в Т5. А я уже хочу на своем ретрике 20-ник давать, только это хуйня вообще. Ну и не говори нахуй, 17-18. Не берут в рейды нихуя из-за этого. Ты можешь сам себя в рейды взять, Слава. Ну танком и хилом, блять. Ну и все. Больше тебя хватит. При вертушке заюзайте гнев небес танки. Не бейте. А они не останется гнев небес. А, блять, хуево. Хотя, кстати, странно, вроде должны. Ударной волной можно. Это гуманоиды. А, они не мертвые, типа. Тауренский стан помог. Сглазить можно. Поносно наколдовать ним. Вроде касочку. Блять, всегда забываю, нахуй, вот как ЦЛК захожу. Ставить чутье на нежить ног. Стоит, блядь, символ и всегда забываю. А у меня она всегда стоит. Я его даже не свечу. Не, ну я рудокоп. А, ну если рудокоп, то да. Я робот долбоёб. Ну тоже ты долбоёб, это понятно. Ты мог это и не говорить. Да. Калюжу надо вот расстелить. Так, а что у нас там? Проф, кровь, лед, лично. В хэме? Да.
Обема, вы закончили, Обема. Иди помогай. Здорово. Здорово. Ебубами, козёл. Черножопа, блядь. Осуждаю. Осуждаю. А ты-то чё? Ну ладно, Аня, ну ты-то понятно, ладно. Что, вот, закончили, говорю? Синдра? Нет, только начали. Синдра лич осталось. Где-то наоборот, это так долго. Ну, два часа надо. Бля, не, ну, с картой поприятнее, блядь, хили, чем с тем яйцом, блядь, с этим, нахуй. Короче, нихуя не мотаете. А хули паладины, блядь, шеймами не дамажат, на? В натуре, блядь. Есть так, такое, да. Т5 дамажит. Куда вы побежали, блядь? На три косаря больше, блядь. Нам будет перезапускать этот ивент ебаный, вы в курсе? Ну, в четырех кусках, поболее. Катрися, который купил P4 T5 на каталку 2000 DPS. Извини, если обидел. Оля, там надо капы собирать. 1800 хосты с воздуха не берется. Блядь, вот сколько? 1800? А да. Нахуя так много? Нахуя тебя тянет? 50% нужно хосты. 1400. Это без NG, если играть. Это ты имеешь в виду в этот, в Т5, что ли, надо? Да, да, котам надо в Т5. 1200 вроде, не? Не. Нет, блядь, шмотками 1200 только наберешь. 1400 там с мелочью почти, 1500 надо это, если с NG играешь. Нихуя себе, блядь. Быстрые лапы на Диком Западе. Типа припод NG, не? Ну, припод... Это 1200. Припод в начале 15 секунд. Нжа, ладно, по КД. Фотка. У меня минус кадры. У меня вообще висит все. Хуёво, висит. Бля, ты вот слово висит не говори здесь, не надо. Тут сразу триггер срабатывает. Надо говорить хуёво, когда лагает, да? Да, типа вот. У меня лагает, или типа у меня зависло тоже, типа там может быть, блядь. Как доебутся. Слава, там это, в ГБ мглист остался. Один. Ну вот, придержи, на понедельник мне надо будет. Опа. Сломать. Кого сломать? Дагерок. Слича, да, хаймовского распылить дает? Да, можно. А если что, мне кидайте. И фотку с Эджи скиньте нахуй. Он все равно никому не нужен. Берешь такой и пылишь даггер. Типа даггер упал? Ну да, 25 хм нахуй. Вчера, когда сколок купал, там даггер пылили. Ебать. Так надо было заскринить, это, скинуть. Ну я вела не скинул. Чтоб у него приступ случился, блядь. Вот скинуть. Ну, скрин, то, что даггер. А, Седжи, да. Седжи помер. Даггер, блядь, пидор. У человека просто приступ моментально нахуй случается. Ну, то есть все равно, чтоб тебе перед ебалом апокалы распалили. У меня, да, у меня бы все, минус сердце сразу просто. Минус сердечко только так. Че это, блядь, за лужа, какая себе? Какая себе, блядь, где Костя? Костя, а ты в РС-ке будешь? Ну, если РС-ка будет первой, то буду. Ну ладно. А РС-ка же завтра вроде. Ну, завтра. Блин, вот
единственное, что отталкивает от них, это 300 гп. Нет, ну, это не отталкивает. А вот от хила тапков отталкивает. От хила тапков, да. А как вы хотели бисовые шмотки лутать, а? Да какие бисовые? Тем более на успех, да? Да, блядь. Войд. Ты серьезно, да, намерен на ЦЛК 25-х? Так, я со фрост-релизистом сейчас слетаю. Ну, посмотрю, кто сколько людей присутствует. Интересно посмотреть. Да, я просто думал ловить, когда нет. Да просто твинами просто все придут и все. А твинами это будет... Короче, продержать, короче, когда тогда. За колбы пойдешь? Нет, почему? ДКшники бичи, мне уберите петов. Ну, чтобы народ собрался, как бы. Если я сейчас КД словлю вторым персонажем, я уже не пойду во вторую. Надо а глянуть, сколько один. Людей присунет. Если 20, то есть смысл какой-то дальше тянуть лямку. Если 15, то нету смысла. Надо глянуть, сколько людей присунет. Сколько людей онлайн будет, блядь. Если онлайн 15 человек, то вообще ничего не соберется. Там сейчас онлайн, по-моему, 35 тел. 33. Там еще Сэджи должен подойти. Сэджи уже в рейде. Кажется. Что-то на тос ушел, что ли, или что? Он пошел до магазина. Нормально. Ну, сказал, замените меня, я до магазина ушел. Норм, чисто пришел, пора идти, потом за пивом магазин. Магазин же в игре есть, зачем куда-то идти? В туре. Бля, лето стилишно. Жалко, что еды там не купишь, да? В реале. А чё, сумануть можно? А ты где был? В локе там АФК. И, ну, я спрашиваю. В смысле, где я был бы, я сказал, что я полетел за фрустризистом. Суманите. И попросил сумму два раза. Ну, так, кто ты первый танчишь или у Шатастик? Шатастик. Не сорвите агро так. Ну, погодите, я есть на пол. Падам-пам-пам. Падам-пам. Стелси тут? Все, пошли запускать. Запускается вот тут вот за звездочку заходишь вот так, вот так запускается босс. Хрустальная сущность Синдрагос. Нормально? Ага. Ой, блядь. Опа, друид инвалид. Там сейчас шалфир сорвет. Я по нему там сами. Сейчас будет срыв и дыхание в рейд. Нет, я ухватил, пожалуй, когда... Тяжко это было. Лучше почильте, блять. Натуре. Левую глыбу вообще никто не бьет, мужики. Надо как-то что-то с ней сделать. Боятся. Не бойся зла. Кстати, Олег, ты видосик про снежок смотрел? Я тебе кидал. Это вот мы, я с тобой, если встретимся. Плохо поймал. Близко? Да. Да. Надо там, где ты и вызывал ее. Плюс-минус.
Имейте в виду, неважно, как Синдра стоит. Вам надо понимать, как встать, ну, чтобы скидывать стаки. Это понятно, но некоторые это не понимают. Ну, значит, веселиться будем. Ура, веселье. Обожаю веселье. Отбежать чуть дальше. Здорово, она чуть ближе стоит. Бегите, глупцы. Она прикалывается, нахуй, это Синдрагос. Она любит поприкалываться. Лава, ну что там, как вайпы на Синдре в обычке? Я не... Она мне четвертую освобожденку подряд кидает, нахуй. Бля, любимчик. Я вот все освобожденки стою, нахуй. На мне уже три КД-метки не кидаются. Везет тебе, знаешь. Заговоренные. Ща в гере будет, Ванёк, не переживай. О, Трая днём убили. Я бы с радостью метки постоял, почилил. Трая в 10 падали, нахуй, пиздец, вообще кридж. В метке, кстати, кайфово, если реально стоит. Ну, только если тебя не... Время, кажется, быстрее идёт. Это да. Две крайние глыбы вообще вот целые стоят. Подошёл, бью. Да, это подходит. Она сейчас уже садится будет. Они ещё стоят. Да, подведи еще. Ниже. Да, ладно, подведи. Уже так пусть. Ладно, не... Пройдет. А сейчас она бегает туда и пиздец. Она пока будет, по идее, сейчас. Короче, ловишь звездочки, она садится, ты агришь ее, разворачиваешь и все. Фрейм у ней большой. Немножко перед звездочкой ставьте глыбу. Потому что если будете звезду ставить, хилы до танка не достанут. Ну или да, чуть-чуть перед звездочкой. Фаза пошла. Кстати, как ты там в Т5 позаписывай. Арбаза. Ушли мили. Сколько там на себе стаков? Что-то, блядь, не нужно. Еще одну освобожденку кил. Да я твой рот ебал. Да. К7. Сейчас притяжка будет. Так, это не бьем, стоим, ждем. Ждем притяжку. Если будет глыба, еще рядом с этой ставите вперед. Вот притяжка. После притяжки уже разбиваем. В разные стороны. Разбили. Звезду ставь. Милики ушли. Сразу разбиваем. Ну куда ебать. Ты? Ну что. Ой. Ты, ну нахуя ты? Рулся прям не вовремя. Быстрее и ту, и другую разбиваем. Ну только старайся вовремя, ты же видишь, человек ставит глыбу. Звезду и разбить. Давай за меня. Что-то Глеба опять хилишь, да? Да ёба. Кто там второй морозит всё, блин? Я еблан, я отошёл. Да, ты хилишь? Две. Нет, мы не по глыбам пришли, сука, бить, алло, нахуй. Звезду ставь. Вышли. А чё я левел такой маленький? Разбиваем, притяжка на следующий блин. Добро. Сука, ебаная. Шалфир. Притяжка? Да, притяжка, за глыбой стоим. Геру даю? Да, давай. Все остальные в сторону, фул по боссу. Хилы. Дайте БР. Ревностный. Танк перехватил. Два ревностных. Забрал. Последнего танка хилим и все. Могу резнуть Авиларни. Не надо. Танк добьюсь. Зачем БР тратить? Ребят, можете не юзать. Просто заюзали все. Резните, плиз. Я Сущины, забирайте. Залутайте, да, Синдры. Квест. Я весь пул, блядь, простоял в освобожденке ебаной. И такое бывает. О. Я ничего не мог нажимать, блядь. Это забей. Это печально. Что, сколько песни? Да, есть. Вальку не сагрите. Вальку не сагрите в натуре, нахуй.
Кто сагрит вальку? 4 или 5? 500 гп будет, нахуй. Осколков. А, осколков. Сейчас 5, вот за этот опыт. 5 упало, да? Да. Может, если еще свеча упадет, вообще будет нормально. А свеча вроде 100% уже. Нет. Это тебе не ульда, да? Это не ульда, да. Нет, блин. Пиздец, я так и знал. Че, сагрили, блядь? Да, печи. Да. Просто умри на ДК, просто умри. Блядь, это бессмертная хуйня, нахуй. Вот не лечится вообще никак, нахуй. Это пиздец, блядь, пиздец. Сука, я хуй знаю. Как это лечится? Как лечится? ГП? 100 ГП. Кто там сагрил? За каждую сагренную. Ух, нихуя себе. Каждому, кто был, ну, еще рядом. А нихуя. А, не надо рядом. Рядом не надо. Вот туда глядишь и научится. Так, ну, блядь, что, упадет Теренаска с лича, как думаете? Две, блядь. Ну, нужна на туре Теренаска. А зачем Теренаска? Нахэпала. Так меч же есть. Какой? Ну, с лича. А чё там, какой там? Кастерский меч, ну, аналог Теренаски. Ты про вот этот, что ли? Теренаска это ну, и да. Есть. А разве Теренаска не... Одинаковые статы. А, так они одинаковые, лол. Ну, я и говорю, он чистый аналог, просто ну, на него спрос поменьше. Да. На него маги и локи, по-моему, только спрос, а они посохи больше предпочитают. Где этот мастер, блядь, или кто там? Битл гусь. Не знаю. Либо. У меня просто он, эта хуйня с ГМа до сих пор висит, блядь, на Ахапале. Вот этого. Хуёво, когда висит. А где ты прочитал Битл гусь? Ну вон, Битлджус. Битлджус. Где он, ёбаный в рот? Он просто, он умер там от Валькирии, он встал, наверное, из тела. А-а-а, ясно. Ну чё, там бидон всех нагибает? По КПСу? Ну да. Почти первое место. Нихуя удивительно. Сейчас здесь на лече поспорим. Чьи-то. Травмы еще, блядь. А, нет, травмы-то нету, но волонер. Так, слышите, упала же может эту хуйню? Могут же эту хуйню диспелить, которая лич вешает на болезнь? Да. Все, кроме друидов. Ну, вот. Все, понял. Друиды только болезнь не могут. Зато друиды могут что, и яд, и проклятие. Яд, проклятие, они диспелят и болезнь, по-моему. Или а нет, болезнь не диспелят. Яд и проклятие. Не понял, никак. Травма была бы не правой рукой, а одноручкой. Беспонтовый у них хил. И типа можно было докачивать вот этот талант, совершенствие. И брать тупо травму и плюс волонер. Нихуя себе, ты прикинь, как это вообще вот будет. Там цифры просто хпс, а только так лететь будут. Я посмотрел на это. Слишком близко его куда-то подвел. Уж Атасик же лича держит, да? Да. Он так близко, я сорву, мне кажется. Чё-то он прям вообще как-то... Но он ещё ближе. Так поставил. Надо только стунти его. Я держит, как умеет. Ну да. Спасибо, я выноси. А чё маг сдох? И чё он лежит? Сорвал и сдох. Вместо вот этого вождения тебе надо было вещи спамить под персою босса. Ставить куда его? Сюда? Похуй вообще, ты агро должен набирать, а не водить. Водить уже потом надо, когда агро набрано. Мастер Каши. Ты когда ренейм сделал, я только сейчас увидел. А, в натуре сделал. Мастер Каши. Да, он натуре ренейм сделал. Бля, да чего ты? Ну ты тогда назвал его в рейде Мастер Каши, начали все рофли, типа, короче, Мастер Каши, а он взял ренейм ебаный.
А у Лорина им ебанул. Блядь, нихуя. А хапал мне прохилит? Я помню, или чё? Ты живёшь, блядь. А Войда посвичнуть через один разок Войда, разок у него, да? Давай, ну-ка выйду, он дамажу тоже. Понятно. Я понял. Крутильщики, блядь. Чему процентов 5 мы на перефазе? Сейчас мы его разъебем, нахуй. Вторая переходка сразу начнется. А что, вы в лича пиздите там стоите? Конечно, блядь, хиль давай. Лёва негодяй. Забери. Охуевшая рожа. Пиздец, напрягают, стоят, блядь. Мы так-то еще и сферы бьем, блядь. Это да те, ладно, ДПС крутите, блядь. Это те, которые говорят, хилов не напрягайте, блядь, ага, нахуй. Войд упал, нахуй. Захил, я не успеваю. Захил. Я не успеваю один захиливать. Я понял, блядь. Кинули пацана, нахуй, просто. ДП Войду. Катрися, ДП лес. Войду, нахуй. Зайди на край только и лесни. Так, я забираю дух, а ты там... Если бы вот такой кто-то в Гере сделал бы, ебать бы Ору нахуй было бы, блядь. Или кто-то другой бы сейчас эту хуйню сделал бы. Вот двое дарал бы, только так бы. Не, в обычке меньше дамага, можно прохилить. Ну чё, на центр вы видите его? Нужно стоять быстрее. В центре, чтобы Валька... Ой, хапала схватила, кружочек хапала, выбейте, пожалуйста. А чё вы в центре не стоите? Хотите, чтобы вас быстрее унесло, блядь? Ну я бежал, она меня, блядь, по пути схватила. Оскорнение. Вы прохилите вниз. Ножницы прохилите, там сносит дохуя. Да, там что-то скачет, не убило просто. Сейчас будет и Валька, и лужа. В сторону лужи не уходите. Заханыч, ты себе добавь воду того жнеца. Бля, ну ладно, уже на следующий раз добавлю. Сейчас не добавлю уже, да. Комбо джерис. Говорите, а вообще, говорю. Ну, на Next добавлю, да? Кернение. Валик. На Next кернение полетит. Кружок. Пизда, ебать лужа. Идите от лужи. Сейчас перед Вальками лужа будет. Что там, рарник, как 4? Т5. Да что-то так себе. Ну, мне кажется, он еще не разобрался, так как я там смотрел. Кропатки, там кропатки привыкнуть надо. Да, там палы в таком же шмоте 26-32. Лужа, вышли. Не теперь в центр идем еще. Там не то, что отдаешь по откату, блядь. Там ротатка. Да. На все за плащ. 1% на лече, да. Надо это. Подводить его. На край на лича. Край, идите. Куда? На край? На край. Да, давай на это. За Вальками, куда ты идешь? За Вальками. За Вальками, иди. Блядь. Я забираю его. А, да. Дам мастер ауру. Давай. Дал. Танквил, ты где? Нормально, я его прохилил. Держите рейд, я ману порастурю. Народ, ты по поводу Т5 слышал, что я тебе говорил? Чё Т5? Да, ну, запиши все, у кого какие куски есть. Ну, рарник записал, остальные я не знаю. Надо, чтобы сказали, у кого какие куски. Ну, а Катрисия 4 Т5 я записал? У Катрисии 4 Т5, у Shadow Knight 3 Т5. У меня можешь записать... 3 Т5 Рпал, 3 Т5 Протопал. Вот это бля, что? Верните от рейда, блядь. Срыв, блядь. Охуенно. Опять. Блядь. У меня клятва, когда я можешь кто-то... Почему ты лича на краю не ждешь? Ты пришел зачем в центр? Чтобы он духа в центр? Что, уводи на другой край. Уводи его, ну, в противоположный. Вот уж от Астика, ай-яй, блядь, и танчик. Осквернение 5 секунд. Залечай все.
Жнец. Шатастик, блядь, сзади должен, где духи летят. Пиздец. Пиздец, рейд вообще. Нормально, нормально, я держу. Держим. А Вилания прожимался на духах? Да, да. Ну, у меня есть, есть. Ты прям к самому краю его ставь. Угу, да, чтоб потом духи... Духи сейчас будут лететь, ну... Вот сейчас уже, ну, можешь идти перебегаем на тот край обратно. Осквернение. И осквернение вынести. Все, я вот надо, так вот стой. Надо полирольки фармить. Тут что-то дорого. Тракила, с кого не нежить? Осквернение. Уже может быть. Там уже 3% добьют. Ну все же. Беги, беги, беги. Хочешь перестраховаться. Да, я уже понял, у нас было такое 1%. Да добьем, добьем. И лужа на все поле, нахуй. И лужа на все поле, блядь. Чел вылетел, нахуй. Прикольно. Кто вылетел? Ты что, не засчитала, типа, думаешь? Нет. Но он зашел, где он появился, он в ледяной короне, нахуй. Охуенно ему. А есть сапочки какие-то, проходки? Есть. Ну, в целом... Зуламан. ВРС-ку. ВРС-ку 25. Зуламан, по-моему, раз из 25-ки катит, по-моему, только... ВРС-ку 25 хм проходка там была. Зуламан 60-ки надо. Зуламан катит 25-ки. Все, понял. Я просто раньше помню, что только можно было 10-ки получить Зуламан. А это проходка в ВРС-ку 25 хм. А тоже, Слава, кинь на ДК этот ЕП-шку. Блять, да что у вас у всех такая хуйня? Ну и ну, если не выпадет, то никто не другое, блядь. Ага. У меня два персонажа, блядь. Свяжи их. Да не буду, нахуя. Опа, а... что-то финал босс. Не, сейчас... Да? Финал босс сейчас... топ ПВПшер. Ну, 2 часа. Ну да, 2 часа, кстати. Ну, даже меньше, так как мы пока собрались, там пока все решили. Ну, мы, кстати, по-моему, без единого вайпа всех прошли, да? Да. Хуя себе, блядь. Когда такое было последний раз? А что тут вайпится? Я долбоёб. Что там есть? Да. Теренаска или что-то такое? Ну? У меня нихуя. Понятно. Ну, тут все равно у тебя что нет. Что выпало в итоге? Осколочек. Танк опуха шестой. Арбалет. Ну, осколок. Вот осколок. Шестой, ну, 6 осколок, кстати, заебить за 12 боссов. Да. Типа да, это... портал. Это балда. А что? Даларан. Даларан портал. А квестик сдать. Драконим по гости. А, один маг просто улетел. Драконим. Драконим по гости раздается? Драконим по гости, да. Да. На этой башне сверху прям. Ну, параша, блядь. Ты чё, думал, все так легко и просто? Я думал, он там на вальке, где эта хуйня стоит, блядь. Ну, блядь, ладно, нахуй. Я полетел туда за квестиком. Видно. Ладно, чё, попадаю удачи на втором рейде, если получится. Ой, Костя, знал бы ты, сколько у меня распыло. Блять, вы мне уже печеньками все сумки засрал, у меня места нет. Насколько я знаю, там же что... Я помню, там кто-то говорил, что эти печеньки можно типа на ДС-ке менять. Нихуя. А у меня камня еще нет. Заебись. Это было бы круто, блять.